Ребята, я не знаю, что происходит, какие-то странные дела происходят. Вы не хотите забирать свои подарочки, призы от меня из Китая. Вы выиграли, но не хотите почему-то забирать. Почему? В чем причина, я не могу понять. Понимаете, дела, работа, вы сами знаете, как это тяжело кирпичи таскать на 16 этаж. Суета, но в то же время проводятся стримы, стримчанские с розыгрышами китайских ништячков. Но после этих стримов почему-то мне мало кто очень написал свой адрес, понимаете? То есть я записываю всех. Я записываю всех, но мало кто мне почему-то в этот раз адрес свой написал в ВК. Обязательно, ребята, свяжитесь со мной. Вас ждут ваши подарочки. Вот чаечки всяческие. Бич-пакет. Ну, бич-пакеты я знаю, кому отправить. Артем Федоров. И другая музыка из Читы, я это помню, это все у меня адреса их есть. Но есть люди, которые выиграли, но они не написали мне почему-то свой адрес ВКонтакте. Че за дела? Вот, кстати, другая музыка попросил еще водочки ему женьшеневской отправить. Ну, отправить, так и быть. Если попросил, пускай будет водочка китайская. Здесь у меня, смотрите, конфеточки лежат. Все вот это вот поедет в Россию. Скоро еду в Россию. Не могу вас оставить без всяческих призов, подарков. Кроме того, ребят, мы еще с вами не разыграли призы по видосам, где вы оставляли комменты про самолет. У нас есть победитель. Я заскриншотил. А правильный ответ был две песни. «Я живу на улице Ленина», 0. И вторая песня, ну, «Фантом». Все сразу поняли. Но выиграл один человек, кто первый написал. И он там один, я точно знаю. Так, потом. У нас есть видосик про пельмени. Там мы разыгрывали яйца китайские, тухлые. Надо провести розыгрыш на стриме. Далее у нас еще не разыгран краб. Из видоса краб, помните? Мы разыгрывали краба, но, скорее всего, живого краба, наверное, вряд ли я отправлю. Потому что он сдохнет, наверное, в посылке, пока он будет лететь. Докуда-нибудь там по заснеженной российской железной дороге. Так что за место краба мы что-нибудь другое разыграем, я не знаю. В общем, пишите, что бы вы хотели за место краба. И нужно назначать дату стрима с розыгрышем. Обязательно. Давненько не было стримов, я сам уже не могу дождаться. Так, что я там еще хотел сказать? Чаечек, кто-то вот, кто чаечек? Владимир Семенов, точно помню, чаечек вот такой выигрывал. Надо ему еще что-нибудь такое в посылочку закинуть, какие-нибудь печеньки, может, конфетки закинуть, что-то еще. Много открыточек разыгрывали. Мне написали всего лишь два человека. Эти открытки я сразу же отправил. Одна открыточка в Казахстан аж улетела. Алина, привет. В общем, ой, друзья мои, люди забывают то, что они выиграли приз. Самое главное, эксклюзив у нас, есть эксклюзив, подарок от подписчика, его тоже надо разыграть. Павел Иванов предлагает разыграть открывашку для пиваса. Видите, он в каждую страну летит, когда ездит, он обязательно покупает открывашку. У него весь холодильник в этих открывашках. У него есть открывашка американская, с Трампом, в виде Трампа, понимаете? То есть вы можете выиграть эту открывашку, вот такую, подарить своему ватному дружку, и типа он будет счастлив, когда типа ему Трамп будет зубами бутылки открывать. Друзья мои, обязательно свяжитесь со мной, кто выиграл. Напишите мне ВКонтакте и здесь под видосом. Напишите, как разыграть вот эту вот интересную открывашку с Трампиком. Понимаете, с рыжим вот этим президентом. Не забывайте обо мне, я не буду забывать о вас. Потому что конец года, нужно все отослать. Я не часто в Россию езжу, но когда езжу, я обязательно беру с собой все вот эти подарочки для вас. От души, от сердца, друзья. От души, от сердца. Обожаю вас, друзья мои. Пишите мне, пишите, как разыгрываем. Ждите стримов, смотрите стримы и пишите, что вы выиграли. Вернее, мне пишите свой адрес. Мне, кстати, чел вечно пишет, уже 5 или 10 видосов он пишет. Отправь мне лапшу какую-то острую. Я ему пишу, напиши мне в ВК. А он мне отвечает, зачем тебе в ВК писать? Зачем, при чем тут ВК? Ну как при чем? Ну ты же не будешь свой адрес мне писать в комментариях под видосом. Что это за бред?
напиши мне в ВК или в Инстаграме. Я прочитаю через полгода. И отправлю тебе лапши острые. Ладно, все, друзья мои. Пока.